在库尔斯克，苏甲是战斗空前激烈，乌军呢是正在用高精度导弹和制导炸弹攻击塞姆河上的桥梁。那目前三座桥梁当中呢，一座已经被摧毁，一座受损严重。乌军呢以此企图切断格卢什科夫斯基地区俄军的这个补给路线。俄军呢已经在河流另一端建立了跨越塞姆河的渡口。那接下来我们一起来看本台记者发自苏甲市前线的现场报道。快到晚上6点，我们才接到库尔斯克前线指挥部的通知。今天呢，俄罗斯国防部政治总局的副局长车臣阿赫马特指挥官接受我们的一个专访。我们现在从库尔斯克前往舒甲方向。Svetovy Krychy。这辆车刚刚碰到了无人机。那么这里呢，就是苏甲前线。我的身边呢，这就是俄罗斯国防部政治总局的副局长，俄罗斯车臣阿赫马特特种部队的司令官。Здравствуйте, товарищи. Это очень приятно. На ваше направление, какой ситуации? У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. И получилось так, что очень много противника уже уничтожено, очень много техники уничтожено. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. А скажите, пожалуйста, сейчас это украинская эта линия до нашего здесь сколько километров? Ну, на некоторых участках 10-12 километров, где-то вот они смогли просочиться, это диверсионно-разведывательные группы, где-то непосредственно формирования, которые зашли и заняли некоторые населенные пункты. Ну, вечером мы только приедем сюда, горит машина на дороге, а вечером вас тоже воевать, да? У нас круглые сутки воюем, да, воюем круглые сутки, потому что сейчас у нас задача максимально уничтожить противника и заблокированного противника уже не упускать отсюда. А как оцениваете свои солдаты? Наши солдаты – это лучшие солдаты в мире. На самом деле ни одного места, где наше подразделение отступило, нету. То есть мы только умеем идти вперед и никогда не отступаем. Но раньше пишет российские газеты и телеграмма пишет, говорят, это когда начинает Шужен направление, чеченские войска выбросят свою позицию. Нет, это неправда, потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений, и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. Был огромный участок, где сил и средств, то есть опорные пункты, между ними очень большая территория. И противник прошел между ними. А о том, что чеченские силы кого-то пропустили, писали только ЦИПСОшные каналы и те каналы, которые в России тоже являются проукраинскими. А, говорят, у вас есть плен? Очень много пленных. Нет, это ваши, это чеченские пленные забрали, украинские. А, ну это вот получилось на участке, о котором я говорю, получилось, что не очень много пленных. 5 пленных получилось у них, что они взяли. Это было 3 пленных, которые попали непосредственно на позициях, и 2 связиста, которые пошли делать связь. Как вы оцениваете это курс к направлению, долго или скоро, какое время будет? Я думаю, что ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Мы можем видеть, в частности, что Курск的特种部队的司令官非常有信心，2-3个月库尔斯克战线将决出胜负。那么以上的就是凤凰卫视卢宇光、萨维、伊万·阿拉曼、库尔斯克的报道。